Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Яна Лысюк, я тренер сборной майн-курса по обществознанию. И сегодня я записываю это несколько тревожное видео, потому что уже завтра региональный этап. Поверьте мне, я переживаю не меньше вашего, потому что в подготовку вложено очень много сил, любви, надежды и веры. И сегодня я просто хочу пожелать вам удачи и в очередной раз напомнить, хотя часто об этом напоминаю, что, во-первых, на региональном этапе не заканчивается жизнь. И, в принципе, на олимпиадах не заканчивается жизнь. И, в принципе, на вашем проходе или непроходе тоже ничего не заканчивается. Олимпиады, да, это должна быть исключительно история через удовольствие, любовь к предмету. Во-вторых, вне вот этих вот всех разглагольствований, что не ставьте прямо на завтрашний день, я не знаю, всю свою жизнь. Помимо этого, друзья, мы готовились с вами месяцы, с кем-то годы, и, конечно, вы ко всему готовы. Конечно, я уверена, что знания, которые мы дали вам на курсе, те, там, может быть, советы, та теория, ту практику, которую мы делали, это все вам пригодится, и это все нужно сейчас собрать, собственно, в вашей голове и завтра аккуратненько, четко, структурированно выдать на листочке. Я в вас верю, я уверена, что все получится, я верю в ваши силы и в вашу удачу, я тоже верю. Встретимся на закле, мои дорогие ребята из майн-курса.